Итак, всем привет. Сегодня у нас 13 сентября 2020 года. И наконец-то я дождался ветра. Всем напоминаю, что я делаю обзор ветрогенератора F400M с максимальной мощностью 600 ватт, производитель Oxyflightny. Значит, вес данного ветрогенератора вместе, ну, самой турбины вместе с лопастями составляет 12 килограмм. Это то, что ставится на мачту. Ну вот, ну, ветер сегодня неплохой, как видим, дует, деревья немножко наклоняет. Ну, вот, порывы бывают где-то до 15 метров в секунду. Ну вот, ну и давайте я немножко поделюсь с вами первыми впечатлениями о нем, вообще как он показал себя в работе. Ну, максимальную мощность, которую он дал, она составляет где-то 236 ватт. Ну, это я по ваттметру смотрел. Ну, вот. Работает в целом он как бы нормально. Хвост его четко держит направление на ветер. С ветра он не срывается. Вот у меня бывало с американским очень интересная такая штука, когда начинал, когда у него еще был хвост короткий, значит, он начинал разгоняться, и в определенный момент его сорвало с ветра. Вот здесь такого нет. В этом плане все хорошо. И как бы все нормально. Одно единственное, конечно, мне совсем не нравится его работа с этими лопастями, потому что думаю, что если поставить сюда самодельные, то, конечно, желаемый эффект будет получше. Я уже эти лопасти так пробовал тестировать. Интересно еще, когда они в сборке были. Но я потом как-нибудь видео сделаю по тесту самого винта в направлении на вентилятор. Ну вот, и сравню его с самодельными лопастями, и вы, конечно, разницу увидите. Ну, использую я вообще сейчас контроллер SF-04-12D. Это контроллер, собственно, самый обычный, не PWM, не MPPT. Ну, просто когда напряжение достигает 14,8, он начинает тормозить. Когда опускается где-то до 13,5, он, соответственно, этот генератор опускает. Ну, вот. На видео, конечно, немножко искажается движение винта, потому что видеокамера не все, что называется, правильно фиксирует. Ну, как мы видим, вращается он нормально. Направление на ветер тоже держит чуть. Ну вот линия у меня сейчас идет однофазная. Вот, в принципе, до. Сейчас я покажу. Так. Вот у меня до сюда вот доходит ее фаска до щита. Здесь у меня установлен диодный мост на 150, ну, это трехфазный диодный мост на 150 ампер. Ну вот. Ну, также вот здесь еще у меня конденсатор находится, вот этот вот. Хотел вообще его использовать как для вольт добавки, ну, чтобы получить максимальный эффект. Ну вот, но
Я имею в виду максимальный эффект на низких оборотах. Чтобы он начал зарядку, ну, чтобы пораньше, точнее, начинал зарядку, еще когда напряжение, скажем, на генераторе примерно 8 вольт, он добавляет, а, ну, соответственно, получается 12. Ну, вот, один конец у меня подсоединен вот сюда, наверх, на фазу. Другой конец я вообще подсоединял вот, ну, это его положительный конец, я его подсоединял на плюс. Но, к сожалению, вот у лопастей у этих, они быстроходные, но крутящий момент у них, я вам скажу, мне кажется, слабоватый. Поэтому конденсатор начинает просаживать, и с конденсатором, соответственно, максимальную мощность не набирает. Ну вот, собственно, пока вот такое вот он на меня произвел впечатление. В принципе, пока я считаю нормальным. Но вот когда он пару лет поработает, там уже можно будет сказать, хороший он или плохой. Один месяц, это вы сами понимаете, это еще вообще ни о чем. Ну ладненько, на этом прощаюсь, пока.